Так, всем привет. Что мы будем? Здравствуйте. У нас сегодня будет сравнение косметики украинского бренда и американского. А кому принадлежит левая сторона украинская? Это Alexa Gold компания, ну, собственно, моя. Да, отлично. Просто будем сегодня сравнивать, да? Да, будем сравнивать. Два практически одинаковых по цене и по назначению средства, то есть два шампуня очищающих. Сколько стоит примерно новая политика? 400-450 гривен в этом все районе. Скажите, вот эта левая сторона для чего и правая сторона? Значит, шампунь, что здесь, это для очищения кожи головы. Да. Спрей кератиновый с термозащитой, что это. Угу. Могу рассказать про этот, он заменяет много средств. В одном средстве сразу много средств. Это очень хорошо. Бальзамы, кондиционеры заменяет, масла для кончиков волос, термозащита. В общем-то, все в одном средстве. Кому более интересно будет подробно, ссылка будет под видео. И можете перейти посмотреть вообще, что из себя представляет. Кстати, у вас же есть в Инстаграме отзывы люди, которые Конечно, оставляют, миллион отзывов. Отлично. Предлагаю, девочки, чтобы был честный отзыв, разделить голову, волосы, точнее, вот так на две половинки. Окей. Одну сторону мы моем этими средствами и наносим спрей, вторую сторону этими средствами наносим спрей. Хорошо. И потом девочка просто даже по ощущениям, ну и зрительно мы увидим результат. Отлично, хорошо. Чтобы не было потом вопросов. Кстати, когда вот есть такой глянцевый блеск, жемчужный, это говорит о том, что здесь в составе есть силикон. Силикон, он накапливается на волосах и вредит волосам, загрязняет атмосферу, ну, в общем, я понял. Это очень плохо действует на волосы. Кстати, в конце вы потом расскажете состав своего. Просто мой спрей можно наносить обильно, даже нужно, то, что можно. Подсушила я их для того, потому что когда наносишь на мокрые волосы, то результата не увидишь, он сбежит с мокрых волос. Поэтому нужно на подсушенные волосы. Как мы не использовали никаких бальзамов и кондиционеров и масел для кончиков, то обильно наносим все волосы в спрей, чтобы они опять стали мокрые. Расчесывать нельзя, они травмируются, поэтому сушу и эту сторону, и ту без расчески. А что, вот эти волосы, есть же специальный гребень широкий. Я вот, знаю, например, продувной. Вы имеете туннелька, да? Ну, есть такая? Ну, есть еще вот такое для расчесывания мокрых волос. Расчесывать. Я просто не у каждой девочки дома, это для домашнего ухода. Не у каждой девочки понял. Дома есть такие расчески. Так, сегодня мы, девочки, разделили волосы на две половинки. На эту сторону мы нанесли кератиновый спрей с термозащитой и шампунь мой, Alexa спрей. У него есть накопительный эффект, со временем они более утяжелятся, накопится спрей и пушистость вообще уйдет. На этой стороне у нас была американская фирма Чи. Ну, разница видна, потому что волосы, во-первых, не выровнялись, осталась волна на волосах. Ой, и они, извиняюсь, запутанные. Мы их вот пальцы застряют всегда и везде. Мы застряли.
посмотреть, то и волна тут везде осталась. Постоянно застаем расческой и волосом. Я уже даже боюсь. Где, чтобы а девочки? А почему так происходит, именно пальцы запутываются, я не могу человека сосать? Ну, скорее всего, что этот спрей не предназначен, чтобы вот его использовать как самостоятельную единицу. Нужно еще много всяких средств, которые наносятся на волосы. И, скорее всего, что, в общем-то, он содержит силикон. Силикон дает эффект, но нужны еще какие-то средства. Масла для кончиков, кондиционеры, бальзамы сам по себе мне отдельно. Мне кажется, состав масла, который вы сказали, входит, дает блеск дополнительный и более скользящий эффект. Это все, да. В составе у нас нету силикона, но есть кератин, который настоящий, живой, с овечьей шерсти. Есть масла, не масло, которое просто берется масло. Это косметические масла, специальные вытяжки. Потому что маслами пользоваться тоже не сла. Масла – это жир, жир горит. Поэтому масло на волосы наносить нельзя. И силиконы тоже. Все силиконосодержащие средства – это бальзамы, кондиционеры. Мы должны выкинуть в мусорку и ими не пользоваться. Потому что силикон со временем накапливается на волосах и разрушает волос. Вот эти вот все посеченные кончики – это от силикона. И силикон вообще вымыть с волоса можно только глубокой очистки шампунем или сульфатным. Без сульфатной шампуни и вода силикон вообще не смывает с волос. Волосы со временем разрушаются и получается вот пушистость, нету блеска и все такое. Какие продукты есть у вас еще на сайте? У нас есть самый уникальный топовый наш продукт, это кератиновый спрей, аналога не существует. И еще у нас есть спрей против перхоти и спрей для роста и против выпадения волос. Это тоже уникальные составы, таких больше средств не существует. Шампуни, маски для волос, скрабы для тела и для головы. Элементарный вопрос, например, насчет перхоти. Сколько раз надо использовать шампунь, чтобы ушло эта проблема с головой? Шампунь – это вспомогательное, так сказать, средство. Основное средство – это спрей. Его нужно использовать каждый день в течение полутора-двух недель. Результат будет виден уже после там, второго-третьего применения. Но его нужно использовать каждый день. Он 100% натуральный состав, поэтому для эффекта нужно использовать его каждый день. То же самое и для роста волос. Спрей, эффект замечательный, волосы перестают выпадать, отрастают новые. Даже у лысых начинают расти волосы. Так что эффект есть, у меня много отзывов есть по поводу этих спреев. Либо людям, если интересно, ссылку оставлю под видео. Да. Все? Все. Да. Лиза, расскажи, пожалуйста, сколько ты пользуешься средствами? Пользуюсь таким средством примерно год, и получается, после использования кератинового спрея я перестала пользоваться бальзамами. В принципе, маски редко, и масло, которое содержит силикон, я тоже как бы не использую, потому что спрей заменяет абсолютно вот эти все разные средства. В одном флаконе несколько вариантов, да? Да. Окей. Кератин заменяет, в принципе, масло для волос и бальзам. То есть, убирает пушистость, выравнивает волосы. Например, вот сегодня я пользовалась спреем без использования Сегодня сушила волосы феном без использования браша, чтобы волосы остались вот не пушились. Они, в принципе, не пушатся, кончики идеальные. Вот. То есть волос сохраняется, и мне еще нравится то, что когда делаю укладку плойкой, то нет вот этого ощущения, когда волос перегревается, потому что в состав входит пантенол. То есть он действительно защищает волосы от перегревания и от ломкости. Вот. Мне все нравится. То есть волосы абсолютно мягкие, можно расчесывать даже вот пальцами. Я понял. Да. Ты все сказала? Да. Колбасу заказывать можешь? Нет. Oh, 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 oh